Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами как всегда я, Леха Смертик. Продолжаем вместе с вами проходить мод под названием «Странный мод». Это уже мой, по-моему, какой? Третий ролик, по-моему, который я записываю в воскресенье. Смотрите его в понедельник, он Васильича решил сам лично подойти, поздороваться вместе с вами, ребят. Если вам нравится «Привет, сосед», то ставь, конечно же, свои лайки. Я надеюсь, вчера вы посмотрели все ролики, ничего не пропустили. Я вот тут, кстати, бегаю как флэш. Я почему-то не могу найти еще красный ключ, короче, и карточку. Но я думаю, у нас обязательно у меня это получится. Кстати, почему я появился здесь же? Я должен появляться в той комнате. Ладно, неважно, ребят, я без понятия. Кстати, не в курсе, должен ли я прятаться, либо это специально сделал автор в моде, либо из-за того, что я полностью это прошел. Ладно, я это потом разберусь, когда допройду мод этот полностью. Ладно, ребят, давайте начинаем. С вами, как всегда, я Леха Смертик. Я надеюсь, что у вас нормальное, хорошее новогоднее настроение. Давайте, давайте, ребят, поехали, поехали. Так, доброе утро. Ты че окна там бьешь, а? Васильич, у тебя все... Ко мне прикопался, отстань от меня, отстань. Че он ходит сюда? Че он сюда повадился? Ходит и ходит, ходит и ходит. Ты мне скажи, где мне ключ искать? Я уже все перерыл. Все, что мог, вообще везде перерыл. Не могу ни ключ, ни карточку. Куда ты ее дел? Васильич. А, Петр Васильич. Вон, кину ему сюда. Ну реально, где? Уходи, уходи, Васильич. Не лезь ко мне, не лезь ко мне. Надоел ты мне уже, надоел. Вот, на тебе. Получи, распиши. А что за прикол? Что творится? Что такое? Так, подождите. А если я нажму рестарт, ребята, я вообще не знаю, что за баг, почему я бегаю, почему я появляюсь не в самом начале, почему я вообще здесь появляюсь. А, все, что-то вообще сломалось, красики крутится. Надеюсь, что лайки мутятся. Ладно, я появился там, где надо. Спасибо тебе, второй голос, ты постоянно решаешь мои проблемы. Это замечательно, что ты их решаешь. Потому что проблем со временем становится только больше. Васильич, ну что ты ко мне прикопался-то, а? Что тебе надо от меня? Вот приставучий-то, а бегает за мной и бегает. Вон, правильно, окна бей, еще что-нибудь делай. Да реально, где искать-то? Ключ, карты. Уже всю хату перерыл, я уже не знаю, где смотреть. Васильич, пошел нафиг, а? Надоел. О! Ключ! Васильич, я нашел, я нашел его. Так, ладно. Я так понимаю, тут с учетом как прячется, надо, наверное, просто взять просто каждую комнату просто взять. Полностью переискать. Так, сейчас сяду, Васильич меня не заметит, может он пойдет туда через окошечко, я не знаю. Че ты там макаешь-то, а? А ну пошел отсюда. Че, так и будет там стоять, сейчас ему горшком по голове завяжу. А где он? Что-то нет, Васильич. Я реально фиг знает. И у меня тут единственный вариант, наверное, просто в каждой комнате просто взять все, перерыть в надежде, что ниже что-то где-то стоит. Да отстань ты от меня, Влад, пойду дверь открою. Ну, замечательно, у нас тут у двери все происходит. Вот, Васильич, тебе кресло. Хорошо, это будет мое кресло, мое. А может у меня просто здесь в комнате лежит? Ну, хотя с учетом, что здесь этот лежал, вряд ли. Не, ну может еще куда-нибудь за книги спрятали? Я не знаю, я вообще в шоке. Васильич, отстань от меня, отстань. Щелует меня, смотри-ка. А чё я опять здесь появился? Как это вообще работает? Что за фигня? Подожди, это чё ли? Ага, вон у как, да? Вон у чё? Вон у чё, Васильич, да? Отстань от меня. Понапрятал ты карты свои кредиты. От меня как от жены прячешь уже. Так, все, я побежал куда-то. Я могу открыть. Так, у меня есть магнит. А что, будет как-то запускаться? Отлично. Отлично, часики закрутились, лайки намутились. Мы вернулись домой. В свой дом, я так смотрю, у меня появилась там мебель. Видимо, Васильич притащил мне мебель. Я надеюсь, что все сейчас загрузится. Ага. Ты смотри-ка. У меня дома пока не было. Мне Васильич привез мебель.
Говорит, на, говорит, Лёх, тебе мебель. У тебя, говорит, будет много мебели. Ты, говорит, Лёха, молодец. Хороший, говорит, пацан с мебелью туда-сюда. Ты смотри. Везде сейчас все посмотрю. Чё, где есть чего, где нет. Так, а пожрать он мне не занес. Да, опять пустые пакеты есть. Ну ладно, железа, если не хватает, радио съем. Алло, здравствуйте, доставка еды. Ну правильно, откуда здесь связь-то вообще? Здесь кабелей даже нет. Здесь непонятно, как это все дело работает. Так, я так понимаю, я опять пошел в подвал. Подвал к Васильичу. Ну, нифига себе, он тут это себе поставил. Ветреный генератор сидит. О, правильно, Васильич, ходи, пинай, конечно. Чтоб дворники потом приходили, убирались. Что за люди пошли от такие? Ты посмотри только на них. Васильич, у нас тут что, летающие магазины или что появились? Это нормально? А как до школы добираться? Это что такое стоит? Здравствуйте. Вы, видимо, спортсмен, да? На фоне солнца еще так красиво. Вон, как возле церкви. Да, идите там грешки замолить свои. И вам не хворать. Василий, что вообще происходит? Ты мне опять своих таблеток, что ли, дал или что? Я понять не могу. Ладно. Ну ладно, попытаюсь куда-нибудь дальше добраться. Что это реально такое? Грузовик. Грузовик везет зерно. Грузовик старается. Солнце улыбается. Не знаю, это что слова. Я лучше Якула. Так, все, давай. Пошли к Васильичу. Он тут распинался. Вот это что, Василич? Прям на улице. Опа. Василич без звука бегает. Беззвучный Василич. Шептунов по-любому пускает, пока бегает. Тут я думаю, что воняет-то. Так, ладно. Давай куда-нибудь сразу забегу. Где-нибудь что-нибудь сразу начну искать. Тебе, кстати, понятно, почему второй прыжок, чтобы сразу доставать что-то. Не, наверное, вряд ли спрятан в том же месте, то же самое. Но я на всякий случай. Просто так, чтобы было. Я не знаю еще даже, что я еще ищу. Опа. Васильич! Да ты как надоел ты мне! Как же? Опа, а я же и замахивался. Замахивался же. Че ты побежишь? Опа, я промазал, Васильич, не надо. Надо, Лешенька, надо, говорит. Фига себе, я реально, я просто могу вот разогнался. Опа! Вот это прыжки в длину. Я бы все олимпийские игры бы выиграл бы. Я, скорее всего, бошку бы себе расшиб бы, пока вот так летел бы об что-нибудь, то да ладно. Но по мне уже видно, дурачок в детстве так же прыгал. Ну а что поделаешь? Жизнь такая. Блин, да надо же было именно к тебе прибежать-то. Я что, не мог в любое другое место прибежать? Все, Василич, я у тебя конфискую все, мне без разницы. Я ничего не могу найти, поэтому я Алексей конфискатор. Коробка ваша? Нет, не ваша. Ну заберите тогда, если не ваша. Вешалка ваша? Вешалка, говорю, ваша? Не ваша. О, нифига она полетела. Ты мне надоела. Не, шляпа точно не твоя, Василий. Шляпа, говорю, твоя? Нет, не твоя. Ну все, давай прощаться. А что-то как-то странно, что-то летает, что-то не летает, что-то улетает. Так, давай. Нифига себе, у меня там сквозь пол прям. Там у тебя сейчас, смотри, все клопы повылетают. Так, давай здесь чуть искать продолжай. Так, это у нас откроется. А нафига я вообще? То есть я пошел из дома, зашел под Васильичу в подвал, потом начал выбираться из дома под Васильича, теперь я опять иду в подвал. А я смотрю, я вообще не учусь на своих ошибках. Ну, любознательный Алексей. Ну, дурачок. Опа, ключик нашел. Он постоянно здесь, в одном и том же месте. Так, вот эту всю штуку надо перерыть. На всякий случай, на всякий пожарный, я все перерою, улики все скрою. Вот такие дела. Пойду погуляю, куплю печенье к чаю. И все, Василич, я от тебя убегаю. Так, все, здесь точно ничего нет. А то я еще не хочу 128 тысяч раз на одно и то же попадаться. Да ты, Василич, берешь здесь постоянно. Опа.
К этой штуке вообще лучше не подходи. Прикинь, там присосется и все, и что делать будешь. Так, ладно, магнит есть. Василич, правильно, давай там сальтуху крути с окна. Что тебе еще делать? А? Ключи, говорю, надо? Не надо? А что они? Что-то, то что-то нормально кидается, то ненормально. Я не понимаю, как это все работает. Так, ладно. Опа. Василий, он бесшумный. Вот про что я и говорил. Вот. Как мне теперь зайти туда? Вот это прям жесткая ошибка. То есть такого не должно быть. Эту фигню надо по минимуму использовать. А еще поставить вот так на улице. Я просто бегу. Просто бегу. Мне надо как-то получить сейчас доступ в этот дом. А если ключ, например, находился там, то все, я уже ничего не сделаю. Может, я побежал с этой стороны и притянулась. Поэтому, например, в оригинальной игре он и находился фиг пойми где, чтобы туда никто не подходил. Может, знали, что притянется. Я офигею вообще. Ну ладно. Ладно, ладно, жизнь прохладна. Не, ну это жесть, конечно. Сейчас буду Василича все вытаскивать отсюда сразу. Так не надо делать. Не нужно. А если, допустим, побежишь с ключом к той фигне, которая открывает эту фигню, то что делать? Ладно, я надеюсь все-таки, что ключ где-то здесь находится. Я и бегаю с креслом. Ну, я молодец. Не знаю почему. Что мне мама говорила, что я особенный. Вот все, что прикопались. Так, здесь тоже ничего нет, да? Ладно, надо выкинуть всю эту фигню. Нифига у меня сколько в карманах кресел влазит. Обладает, что у тебя в карманах? Да у меня 4 кресла влазит. Нормальные кишмотки купил. Просто 4 кресла. Все, Василий, пошел нафиг отсюда. Я отсюда удаляюсь. Замечательно. И магнит у меня здесь. Вообще все у меня здесь. Вся жизнь здесь. Так, ну ладно. Я все равно туда бы никак бы не попал. А без этого лома. А лом находится там. И значит ключ где-то... Он все еще спрятан в квартире. Нужно его, главное, найти. Не знаю где, не знаю как. Но нужно найти. Потому что Леха не дурак. Не знает где, не знаю как. Опа. Смотри-ка. Смотри, что я нашел. Смотри, что я нашел. И куда ты с ним пошел? Так, ну это, по-моему, не отсюда ключ. Да, это не отсюда ключ. Я его сейчас куда-нибудь положу дома в квартире. Чтобы вот так по улице бежал, если в случае чего не потерял. Он мне там сверху, наверное, день понадобится вот туда заходить по-любому. Ищем дальше ключи. Продолжаем искать. И Василич окна разбивает. Василич, опа, нифига себе ты. Вот этот человек неожиданность, я тебе скажу. Так. Можно я вот так вот поставлю здесь? Посмотрю на всякий случай. А случаи-то разные бывают, как говорится. Василич, я улетел, ты улетел. И ты остался не у дел, потому что улетел. Что-то бегает, смысл меня бегает. Что ты бегаешь-то вечно за мной? Иди за девчонками бегай, иди вон на завод, иди. Как нормально, мужики, иди на завод. Чё ты разбегался-то, а? Глянь на него только. Нормальный мужик, а, бегает за мной. Да куда я все лечу-то, а? Так, мне надо ключ. Да отстань ты от меня, я ключи ищу, Васильич. Помоги мне лучше ключи найти. Я не знаю, где искать. Я у тебя всю хату нафиг вынесу, ты понял? Пока не найду ключ, мне без разницы. Мне терять нечего. Не, я офигею, конечно, здесь на улице ключ лежит. Не, он должен находиться в доме. Однозначно. Так. Все, Василий, уходи.
нифига себе ты какой. Там капкан стоял, он такой, опа, а я, говорит, так залезу, говорит, пролезу. И я сам на капкан набежал. Ну, я, конечно, молодец. Дурачок, ума палату, что сказать. Нет ума, зато лопата. Мне нужен этот ключик. Где его найти? Я тебе говорю, я тебя всю хату вынесу. Я у тебя найду рано или поздно все. Все твои заначки. Слышишь, Василич? Вася, Вася, Василек. Так, ну ладно. Давай, 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 посмотрим. Так, здесь нет ключа. Картины. Все заберу. Все заберу, Василич. Потому что у меня дома лежит. Не, уж реально у меня дома лежит. Я бы офигел. Вон домик же есть у меня тут. Может, и ключик у меня здесь где-нибудь лежит. Ружье есть. Нафиг оно мне нужно. Туалет вот есть у меня. Хороший туалет такой. Вот гадить сюда хожу. О, как хожу гадить сюда. Кто бы знал, кто бы знал. Так, что мне делать-то, а? Я реально, я сейчас просто все вещи просто повытаскиваю, чтобы мне на глаза ничего не попадалось. Так сказать, глаз не мусолило. Ну, тут, может, за тарелками где-то. То ловит меня, то не ловит. Ты уж как-то определись, Василич. Так, сюда запрыгну, ладно. То что-то нормально кидается, то ненормально. Давай, Василич, выпрыгивай. Драться будем. На крыше. Все, Василич, я полетел. Так, ну реально нифига нету. Больше я здесь ничего притянуть не мог. Я вот только Василича неприятности притягиваю. Может быть, в этой комнате где-то еще есть. Я тебе все разнесу, нафиг. Ты у меня офигеешь, Василич. Как, с улицы пойдет или по дому? По дому пошел, по-моему. Давай, давай, давай. Я тебе говорю, я все вынесу. Так, сверху я смотрел, сверху точно нет. Камеру убрать. Ну, вряд ли там в одной комнате есть два ключа. Я что, вещи тут ворую, что ли, или что? Я уж просто я не знаю, где искать. Но где-то есть. Однозначно. Просто если он где-то здесь, он мне потом попадется на глаза. Подожди, он сверху ходит, что ли? Ну пусть ходит сверху. Или снизу полуждает. Где ключ этот? Алло! Ключик! Ключик, ключик! Я либо уже 128 тысяч раз вокруг него обежал. Подожди, я сейчас это все дело обрублю. А то мне надоели его камеры уже. А ему вообще без разницы, на камеру. Камера это, говорит, так. Ни о чем. Так, здесь, может, где-то. Как ты меня пылесосишь-то, ты мне скажи. Может, вот здесь, в коробках, кстати.
Я докопаюсь до правды. Скорее, Васильич, правда, ты меня докопается. Как ты мне надоел уже, а? Слушай, я реально, я что-то не понимаю, где? Где ключ-то? Где ключ? Не в мусорке же. Почтовых ящиков тут даже нету. Он мне тоже не говорит, где ключ. Я не знаю, сколько этот можно ключ искать. Я ведь его должен найти. Если его найду, я зайду туда. И зайду туда, я поднимусь на крышу. Просто один ключ все мешает. Ништяк, когда ты взял все вроде как вырубил. Вроде как. А тем не менее, все есть. Скажи, просто, куда ты дел ключ? Ключ от танка. Слушай, я реально, я уже всю хату вынес. Вот в этой комнате надо как-то внимательнее посмотреть. Что, типа, ну один здесь был ключ. Может быть, здесь и второй находится, например, за книгой где-то. Ну тут реально что-то спрятали, ты что орешь? Вот эта книжка что-то выступает, мне это не нравится. А что она выступает? А просто так выступает, ей заняться нечем, вот она и выступает. Что-то ерунда какая-то. Так, здесь я уже нашел один ключ. Здесь у нас явно второго не будет. Да в какой уголочек вы его дели-то? Не вижу. Музыка пусть играет. Успокаивающе. Только она мне, видимо, поможет здесь. Васильич, ну серьезно, серьезно, где ключ-то взять? В каком уголочке? Твоей квартиры лежит ключ. Я же, по-моему, все перерыл. Он точно здесь, а не на улице где-нибудь. Не, если не на улице, то это вообще не канон будет. Да это в смысле, это не считается. В смысле, реально, я не понимаю. Здорово, Васильич. Я тогда просто вообще не понимаю. Так, ну давай в этой комнате внимательнее посмотрю. Здесь закрыто у нас, да? Закрыто. Шито-крыто, здесь закрыто. Не, что, серьезно опять там сверху за книгами, что ли? Васильич, ну отстань ты от меня. Ну уйди ты, с Богом, отпусти меня уже. Я уже просто всю квартиру вынес. У меня даже мыслей уже нет. Где? Куда его деть-то могли? Копался ко мне. Без того ключа я все равно это. Мне все равно надо сначала эту фигню отрубить. Бегать за мной. Уж реально мне ключ от домика должен быть. Типа ключ от домика был бы, я бы, например, открыл там внутри. Да нет, это тоже не то. Он там должен быть. По идее. По идее, должен быть там. Но не обязан. Это реально, это какое-то просто издевательство. Слушай, у меня мыслей даже нету. Где искать уже? Слушай, я всю хату уже вынес здесь. На всякий случай. И я один фиг не нашел.
Ну, Васильич меня только уже 25 тысяч раз нашел. На тебе по голове. Надоел ты мне уже. Да что ты там за мной сюда бегаешь-то каждый раз? Куда я полетел? Где? Где ключ? Где ты? Вы издеваетесь надо мной, что ли, или что? Да отстань ты, Васильич, от меня отстань. Ну не вижу, не вижу я ключ. Просто, я уже полквартиры выкину. Я не знаю, куда смотреть уже. Куда его могли положить? Так, ну давай я эти все книги разгребу. Ага, Васильич даст мне разгребсти все книги, конечно. Самый начитанный джентльмен гоняет мне здесь постоянно, мешает, надоел уже. Гоняет и гоняет, поднимает и поднимается. Все, полка пуста, как моя душа. Васильич, надо просто так подойти, чтобы сбоку подошел. Или на эту фигню залететь. Играет солнышко, блестит. Где же этот ключик? Где мой гаймарит? Ну, отмычка же не, ну, по-любому открывает туда, а не, допустим, в эту штуку. Нет, реально, это какой-то бред. Что это за место такое? Куда его запихать-то можно было? Куда? Куда его он делся? Где он? Везде все облазит. Каждый зукоточек здесь. Слушай, я реально не понимаю. Я честно, я не понимаю. Где этот ключ? Сейчас на полу опять где-нибудь лежит. Сбил там случайно. Или не сбил, я не знаю. Все тарелки уже убрал. Здесь уже вся мебель. Все пустое. Сейчас день просто на видном месте есть. Я вот ему там уже 125 тысяч раз, например, пробежал. Васильичку делся куда-то. Он что-то радует. Он, походу, пошел, просто вздернулся и все. Он говорит, надоело мне это все. Издевательство. Смотрим здесь дальше. Куда? Куда его можно было спрятать-то? Здесь тоже нету. Где? Где? Я не понимаю, вот эти вот замес, когда ты бегаешь, в смысле, просто по фиг знает сколько времени, и просто один ключ. И в любом день просто вот на видном месте находится. Я такой пробежал там раз сто уже такой. А, так вот он где ты, да?
Не, честно, надеюсь, что это не отмычка должна была туда открывать. Потому что если эта отмычка должна была туда открывать, то это просто это все, это жесть. Как она есть. Ну куда его еще можно спрятать-то? Так, это вот сюда пройти. Гаечный ключ я никак не возьму. Ну я со всех комнат уже все повытаскивал. Может тут он как-то... Да нет тут нифига ничего не как-то. Ни сверху, ни снизу. Ни на крыше, ни под крышей. Машине, может? Машине тоже нету. Где фиге, если он где-нибудь тут, например, на доме висит. Я должен его тут ключом найти, например, и притянуть. Но это тоже у меня магнит-то отобрали уже. Да где? Аж Васильевич ушел, Васильевич уж самому это надоело. Так, ребят, я сдаюсь, я понятия не имею, где находится этот ключ. Ну, собственно, реально, я вынес уже всю квартиру. Я не знаю, либо он где-то на глаза мне не попадает. Я полчаса бегаю, представляю, вы смотрите, такие уже полчаса такие. Че вообще происходит? Туда-сюда, сейчас я прям гляну. У меня шком завис. Смотри, реально, все подвисло, короче. Да что тебе надо-то? Так, ну это от машины. А подожди. А где? Вы, надеюсь, не угораете, нет? Нет. Подождите, я что-то вообще не могу понять, а где тогда ключ? Ну вот этот ключ я взял. Радуга. Но... Радуга. Мне нужен ключ под названием механизм. Звезда поддержки. И желтый, белый. Сбербанк. Механизм. А подожди. В смысле, а как? Я что, дурачок, что ли, или что? Так, смотрите, ребят. Так, а там ошибка, да, вылезла? Сейчас, секунду. Смотрите. Объясните мне, может быть, я, конечно, дурак или что? Вот... Просто вот объясните. Я вот сейчас вам покажу. Вы мне скажете, прав я или не прав. Ну, что-то... Я реально сейчас, походу, просто бегал полчаса. Непонятно зачем. Я не знаю, может, автор как-то расскажет, вот что там у вас там загрузилось. Вы видите что-то? Я надеюсь, что вы... Да, вы вот все видите. Сейчас, секундочку. Я сейчас вам покажу. Смотрим, да? RZRS. Так. Угу. То есть, смотрите. Для того, чтобы забраться на крышу, мне нужен вренч. Я сейчас гляну, может быть, на карте есть второй, конечно, вренч, в чем я сомневаюсь. Вренч. Вренч единственный у нас находится вот здесь. Вот. В этой комнате у нас находится единственный вренч. То есть, гаечный ключ, видим, да, его? Все верно, да? То есть, чтобы нам попасть в ту комнату, нам что надо? Нам нужен вот белый ключ, сейчас я... И нужен лом. Лом нужен. Лом у нас здесь. Да куда я полетел-то, в смысле?
Лон у нас, то есть, висит на этой штуке. Верно, да? Правильно? Все. Вот, то есть, у нас висит лон. Я думаю, на этой карте больше нигде нет лома. Знаете, что, где лежит ключ от механизма? Ключ от механизма лежит... Отстань ты, Васильич. Он лежит здесь. Вопрос. Как я возьму этот ключ... Для того, чтобы мне его... В смысле, он открывает проход туда, где я остановлю механизм. В смысле, что за бред? Как я его возьму? Алло, автор. Это что за бред? А потом спрашиваю, что я в редакторе постоянно смотрю. Потому что я сейчас бегал полчаса. То есть, мне, чтобы сюда зайти, мне нужна вот та отмычка, и вот он лом. Лом мне нужен. Чтобы взять лом, мне нужно зайти сюда. Остановить все это дело. Но, чтобы мне зайти сюда, мне нужно взять ключ. А чтобы взять ключ, у меня должен быть гаечный ключ. Вы угораете, что ли? Алло, автор мода. В смысле, это что за бред вообще? В смысле, я полчаса бегаю, зачем? Для того, чтобы что? Я вообще, я офигею, блин. Поэтому я и обожаю, в смысле, постоянно в редактор лазить. Вот из-за вот именно из-за таких. Либо объясни мне, автор, что я здесь не понимаю. То есть по-другому я не. Я сейчас вобью. Может быть, здесь два лома у нас на карте. В чем? Если нет, у нас один лом. А у нас один лом. То есть я должен, по идее, пойти сюда, открыть, сломать. Вот, у меня только появился лом. Отмычка там где-то моя лежит. И только после этого я смогу зайти в комнату. Вот в эту. Где я смогу взять гаечный ключ, который ведет на крышу. Автор, как я должен был это сделать? Скажи мне, пожалуйста. Это в смысле, это вообще, это такой бред. Ты, ну, хотя бы сам, вот сколько раз я просил авторов мода, я говорю, вы хотя бы сами свои моды перепроходите, то есть ты сделал мод, а как? Может быть, я что-то не допираю, может быть, я дурак. Ну, лом, он прикреплен туда был, я думаю, на четвертый раз это нет смысла объяснять. Чтобы его мне взять, мне нужен ключ. Но я его никак не возьму, ключ, пока у меня нет лома. Это в натуре, это какая-то жесть, в смысле. Просто на ровном месте. Я тут бегаю, полчаса всю хату вынес. Такой, ну нету ключа. Ну, думаю, может как-то, ну, вынес уже почти всю хату. Нету его. А тут, нет, ты чё, в смысле, братан? А тут это просто не проходится. Вы свои карты сами проходите, пожалуйста, мододел. Ты сделал карту, ты ее запусти, ты ее сам хотя бы пройди. У тебя не возникает вопроса, что как бы ее нельзя пройти физически. Как мне это надо делать? Ладно. Ладно, давай, поехали дальше. Это просто я офигею. Не, ну, это просто жесть. Так, надо сгонять туда за ключом. Так, что здесь, ключ есть где-нибудь? Пойди там же. Да, там же у нас есть ключ. Он прекрасен, он могуч. Так, сгоняю быстренько за... Да ё-моё, никуда не пролезть, не проехать, не протолкнуться. Так, давай я вот это беру. А, взяли ключик. Так, вот здесь мы врубили, потому что один тик, эта фигня нифига не работает, толку от нее. Значит, я иду здесь, Василич идет тут же. Как ты мне надоел-то уже, а? Как же ты мне дорог-то? Можно я пролезу, пожалуйста, деревяшечка? Так. Что у меня здесь есть? Гитара. Так, ладно, мне, видимо, идти нужно выше.
все выше, выше и выше. Давай, давай, залазим. Нифига себе, по лестникам ползаю. В смысле, там на той вообще прям залетел. Так, хорошо, есть белый ключ. Еще где-то есть переключатель. Переключатель где-то есть. В смысле, прям реальная лесенка. Чук, чук. Самая быстрая, быстрая лесенка в мире. Так, ключ. Мне нужен переключатель, чтобы открыть. А мне еще карточку надо найти. Она по-любому, карточка где-нибудь там лежит, сверху. В чем-то больше, чем уверен. Во всех вот тех вещах. Где-нибудь здесь. Ее запрятали. Так, ладно, лом мне больше не нужен. Гитары, все фигня, так, могил. Ой, нафиг я ключ-то выкинул-то, ё-моё. Давай, падай, падай, все. Мне надо ключ забрать. Давай, давай, залетаем сюда. Что-то я вообще нифига не вижу. Ни переключателя. Ни карты. Ничего. Может быть, оно же вниз случайно улетело из-за моей мегаскорости. Я вообще ничего не отрицаю. Я тут сам вот летаю, как это. Как непонятно кто. Может быть, там, кстати, снизу в этой кондечке что-то лежит. Так, здесь что-нибудь есть где-нибудь? Может быть, на крыше, на самой, например. Куда я полетел-то, а? Куда я все летаю? Просто летаю. Да у меня что-то после этой ситуации вообще все желание отпало. Нифига себе. Бегаешь так, ищешь, ищешь. А тебе, говорит, вот оно что. Просто. Просто Василий взял, насрал мне в душу. Другого слова я не знаю, какой подобрать. Где-то еще переключатель есть, который где-то должен врубить. Так, ну это замок от этого. Белый того. От этого. Того. Что, пойдет там что-нибудь покрашено? Там под цвет карточка, по что-нибудь. Вон Васильич бегает. Не вижу нифига. Я, короче, я топтал все это искать. И вот у меня реально, у меня просто все вот настроение после вот этой фигни. Карточки, в смысле, сейчас выключатель я еще искать буду, ага. Карточка. Карточка, кстати, нифига. В смысле, ну вот серьезно, да? Серьезно. Я, говорит, то есть возьму, говорит, уменьшу, говорит, карточку в размерах. Я не знаю, кто-то видел ли из вас, пока я здесь бегал, все обыскивал. Но, вот, видите, он ее уменьшил в размерах, вот она, говорит, микрокарточка, пожалуйста. Вот, вот такая вот карточка, говорит, у тебя, говорит, молодой человек, в смысле. Мне вот эти вот какие-то вот, вот, что вообще, какой-то фигней, в смысле, вот, прям это, прям, вот зачем? Карточку вот уменьшим, в смысле, ты бегаешь, ищешь нормальный размер. Да не, говорит, уменьшенная будет. Да. Тут излюбленное место выключателя. У меня реально уже просто желания нету, уже не на чем. Ну, кстати, я был прав, что на этой платформе, только я думал, что здесь карта находится, а тут выключатель находится. И, по-моему, это опять наш этот криповый человек делал мод.
Ну, то есть, ну, что это? Ну, вот это бред какой-то. И если бы, ну, ладно, я бы хотя бы, блин. В смысле, не перескал бы в поисках этого весь дом. Нет, ты полчаса ищешь дом, и ты понимаешь, что такое, а ты бы не открыл бы никак. Ну, что вот, вот так вот все, говорит, у нас. Карточка. Да не полечу я назад ни зачем. Просто вот залечу и все в ту. Здорово, малой, чё, как дела у тебя? Давай, полетели. Что там, да, сейчас подземелье там еще, в смысле, на 85 тысяч часов, наверное. А, подожди, здесь просто у нас надпись «Спасибо за игру». И Василий что там так задавило. Так, подожди. Как дела, Василич? А там что написано? Твой новый дом. Ну, здесь, видимо, где-то, может, ключ есть от него. Либо что-то в этом роде. Кстати, здесь же написано «Спасибо за игру». Типа это должно было открываться, видимо, или оно открывается. Типа искать здесь ключ. Чтобы открыть, там опять какой-нибудь там поди микроключик лежит, стоит. А, ну вот он, стоит ключ наш. Не, ну реально, это какой-то бред был с той фигней. То есть просто непроходимый момент. Как можно пройти то, что не проходит? Свой новый дом. Подожди, там же еще, по-моему, какая-то карта есть. А тут есть еще карта финал. Это оно или нет? Так, это финал. А бейзмент тогда это что? Стойте. Тут еще есть карта бейзмент. Сейчас я ее загружу. Сейчас вы ее посмотрите. Она грузится. А, может это типа было там, где через окно иду одна концовочка, а тут другая. И как раз я заходил, у меня что-то не загрузилось. Может быть сейчас это то самое, что у меня не загрузилось и не загрузится. Не знаю, там что-то загружается. Да, там что-то загрузилось. Алло. Во. Отлично, вы это видите. Вот, короче. Я не знаю, может быть, была такая вариация. Блин, ну, пожалуйста, вот смотри, убедительная просьба создателя мода. Просто перепроводить свой мод хотя бы на раз. Что он точно работает. Что точно можно пройти. А еще бывает у автора, например, все нормально, а у тебя там вообще фигня какая-то. Так, и там типа лежал Василич, получается. Вон, полумертвый. Причем телепорт сработал раньше, даже не подпустили к нему посмотреть. И что дальше запустится? И запустилось, которое... Чё сейчас за бред? Подождите, я сейчас зайду даже на эту. На мод ДБ. Зайду на мод ДБ. Сейчас посмотрю, как он там называется. По-моему, называется странный мод. Ну, это типа странный мод. Исправил недочеты, говорит, исправил недочеты. Не знаю, что это. Это один тот же автор у нас, Егорок. 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 Вот у него, допустим, в другом моде написано. Я даже не буду надеяться, что исправил все ошибки. Я здесь удалил нужную фигню. Блин, где? Я сейчас просто найду, это от того автора или нет. А, вот. А тот же автор пишет на предыдущем моде «Сумасшедшие соседи», «Смертник», «Apple 322» и «Deadles». Извините за мои моды, я просто не знал, что такое модкит. И ты выпускаешь вот опять мод, который нельзя пройти. Ну просто, ну сделал мод, ну ты перепройди его банально. Ну проверь, что он работает. Я не знаю, ребят. Ладно, ребят, если понравился ролик, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, жмем на колокольчик. Вот я прям обожаю, в смысле. Вот где-то вот в каждом, блин, я не знаю, в седьмом моде вот такая фигня попадается. Бывает там просто какой-то там ключ не прогрузится. И вот это вот бегаешь полчаса, ищешь, что чего нету. Ладно, когда что-то есть.
Ну, ладно, если там это. Ну, сделал бы тогда свой дом, в смысле, как бы нормальный мод, а не подготовку с этого, там что-то добавить по минимуму, уменьшить карточку еще. Ладно, все. Все, давайте, ребята. Всем отличное настроение, всем удачи, всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. 50 минут какого-то бреда, какой-то дичи непонятной. Но все шло нормально до одного момента, пока меня просто не подставили. В душу плюнули, считай, что в душу. Все, давайте, ребят, увидимся. Всем удачи и всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Увидимся.